Здравствуйте снова, мои хорошие творческие детки. Нарисуем мы с вами сегодня кита. Вот как вы обратили внимание, здесь просто кит и волны. Не раскрашено пространство неба. Это будет вам такая импровизация, вы сами поимпровизируете с небом. Значит, построение. Он такой у нас забавный, мультяшный герой. Значит, мы здесь с вами разделим. Опять, например, я вот сейчас жирными линиями делаю вот так вот деление, разделю пополам. Дальше что мы делаем? Мы рисуем с вами кита. Кит у нас очень интересной формы, видите, хвостик наверх. Давайте-ка начнем, наверное, с того, где начнется туловище. Для того чтобы это понять, нам нужно еще разделить пополам по горизонтали наш листочек. Сейчас мы это сделаем. Вот таким образом разделили. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы сейчас вот отсюда начнем вот так рисовать вот такую линию. Смотрите, раз, дошли, все, больше ничего не делаем. Потом идем наверх, вот так рисуем хвостик, раз, и хвостик сюда, и уходим вниз. Вот такая вот система. Попробуйте. Я так думаю, что вы справитесь с этими линиями. И голова вот такая большая. Ведем вот так наверх. И уходим вниз. И мордочка у нас идет, переходящая в крыло. Оп! Дальше у нас вот эта линия идет. От верхней части хвостика вот так вниз. Ротик. Вот от этого изгиба мы рисуем вот такой ротик. Вот как. Ну, естественно, вот эти полосочки. Одна, вторая и третья. Наверху капельки. Такие, фонтанчик такой. У него есть вот здесь отверстие. И глаз с плавничком. Плавник у нас прям под ротиком. Вот. И глаз, смотрите, вот такая линия. Раз полукруг, два, три. Вот так вот. Бровь есть еще. Вот так мы делаем бровь. Молодцы. Теперь вот такие вот интересные линии делаем просто карандашиком. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, как их много. Вы потом просто будете это повторять кисточкой. О как! Во как! Вот как! Вот! Где-то еще здесь можно добавить. Вот так. Вы их потом просто будете кисточкой обозначать. Теперь все необходимые и ненужные линии мы убираем. Сначала они были нам нужны. Теперь они нам не нужны. Мы сейчас все это с вами убираем. А теперь что мы делаем? Следующее действие — это действие того, смотрю и раскрашиваю. Вы смотрите на данную картинку и пытаетесь здесь разукрасить. Вы можете пользоваться пастелью сухой масляной, можете использовать фломастеры, карандаши, краски. Всего доброго, до скорых встреч!